Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я покажу ловушку, где вы жертвуете ладью и выигрываете партию. Обязательно ставьте лайк, потому что эта ловушка очень классная. И подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше интересных ловушек и красивых партий на моем канале. Погнали! Эта ловушка применяется за белых. Начинаем партию ходом Е4. Черный отвечает D5. Это у нас скандинавская защита. Популярный вариант. ЕД, ферзь D5, D4. Мы отводим пешку в центр. Это очень хороший ход. Конь C6. Конь F3, мы защищаем пешку. Потому что здесь, если мы не защитим, просто черный заберет конь D4. Мы защищаем ее, черный играет слон G4, чтобы когда они забрали конь D4, мы уже не могли забрать конь D4, потому что они заберут нашего ферзя. Мы здесь играем конь C3, атакуя ферзя, контратакуя. Ферзь уходит на F5, мы играем H3, атакуем слона. Черный защищается ходом ферзь H5. Дело в том, что если мы заберем, то черный играет ферзь H1 и выигрывает наш ладью. Ну и в этот момент, дорогие друзья, я вам даю 5 секунд. Если вы найдете ход, обязательно пишите в комментариях ход и то, что вы нашли, либо же не нашли. Даю 5 секунд. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы нашли этот ход. Обязательно пишите в комментариях. И это ход HG. Да, мы жертвуем ладью. Черный видит, что ладья беззащитна и забирает ферзь H1. И в этот момент мы играем в такой вот хладнокровный ход, конь Е2. Теперь грозит конь G3 с выигрышем ферзя. Давайте посмотрим, куда же может отступить ферзь. А на самом деле он никуда не может. На G1 не может из-за коня. На H2 не может опять же из-за коня. На H3 не может из-за пешки. На H4 не может из-за опять же коня. На H5 не может из-за пешки. На H6 не может из-за слона H6. Ну и забирать на G2 не может, потому что слон G2. Ну и ферзю некогда отступать, и после таких ходов, как, допустим, там, конь F6, мы просто играем конь G3, и все. Приходится так жертвовать и выигрывать. Ну что, если здесь черный сыграет H5? То мы просто играем конь G3 и опять же выигрываем. Ну и здесь есть такой вот сильный ход G5. Реально сильный, но здесь ничего не будет. Дело в том, что я уже говорил, то, что ферзь может идти на H6 из-за слона. После хода G5... Черный прикрывает это. И теперь ферзь может на H6, потом на D6, потом на D8 и просто прикрыться. Но дело в том, что мы опять же забираем слон G5 и опять же выигрываем ферзя. Приходится играть с конь F6, но такие слабые ходы. И вот таким вот образом мы выигрываем ферзя и выигрываем всю партию. Вот так вот, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк, потому что это ловушка очень классная и полезная. И подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше интересных ловушек и красивых партий на моем канале. И пишите в комментариях, если вы нашли ход HG. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я желаю всем удачи. Всем пока-пока.